Все. Значит, мы, экспертной комиссии, выявили, так скажем, квинтэссенцию русской симфонической музыки 19 века. Это огромная, так скажем, находка для музыковедов. И в нашей русской музыке 19 века существует несколько образов, точнее их 2,5. Значит, это обязательно богатырская составляющая и лирика. И, собственно, вся... Много симфонической музыки строится именно по такому типу. Я влезу в полный рост, если вот так поставлю. Да-да, вполне. Да. Значит, это где-то выглядит так. Вот как-то так. Но еще на фоне периодически бывают девушки, которые делают так. Та-та-та. Это, собственно, восточная тема. Ну, вот, я думаю, это как бы все. А если цитируют русскую музыку, цитату вставляют, цитата русской песни. Я думаю, что цитата... Цитатное творчество. Цитата русской песни, это вообще как бы, ну, это то, что если ты не вклинила цитату, то ты не написала, считай, симфоническое сочинение, понимаешь? Поэтому учтите, композитор, кто сейчас вот диплом пишет, и ты тоже учтите это, писать надо. Да? Без русской цитаты ты не сдашь. 5 не будет. Это провал. Запомните. Я прослежу. Пушкин, Гёте, Шекспир. Слово о полку Игоре. Все это о вечном. О вечном, знаете ли, традиция. Ну, типа, вот, многие люди к традиции, типа, относятся вот таким вот образом. Ты традиция, ты не просто ложка. Помни, я верю в тебя, ты не просто ложка, ты золотая ложка. Я храню тебя. Моя прелесть, никогда не отдам. Ленка. Балакин. Это Крицкий. Мусульский. Но он Римский кот, Сакас. Чайковский. Прокопьев. Шостакович. Клатинов. Они приближаются, мамочки! Сверидов, Гюлитаны, Шедрин! Клайнер! Симон Стеналдерсон. Ну все, поржали, хватит. Жуем. О, ну извините.